Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Интереснейшая тема энергии дня. Энергетический прогноз на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года. Автор Аликина. Читает Лора. Доброе утро, дорогие! Впереди у нас насыщенная всевозможными сюрпризами неделя, которая начнется со знака Луна. И понедельник может выбить нас из колеи привычной жизни. Строили планы на понедельник? Забудьте. Вселенная начинает вставлять свои коррективы и шлет благословения только тем, кто учится жить в моменте здесь и сейчас. Привыкайте, друзья, что скоро мы все выйдем из понятия линейного времени. Многие давно замечают, что, например, день пролетел как за час, ничего не успели, и наоборот, 10 минут длятся целую вечность. Когда успели несколько дел одномоментно, посмотрели на часы, когда там обед, и удивляемся, еще 11 утра. Так и понедельник преподнесет подобные сюрпризы под таинственным знаком скрытых сил Луны. Кстати, Луна стала совсем не та, что была раньше, и ведет себя странно. Так что не удивляйтесь странностям, мы постепенно переходим в другое измерение, и привычного мира осталось мало. Но в любом случае ничего бояться не надо. Добрые дела всегда поддерживаются Вселенной. Назначены важные переговоры, собеседование, сделки, смело. Вперед. И чтобы удачно все прошло, перед встречей визуализируйте ее в самом благоприятном исходе для вас. Мысленно отправьте всем участникам встречи свет и любовь. Вложите в их уста нужные слова. Осветите любовью все, помещение встречи и с опорой на свой божественный дух смело открывайте дверь. И не удивляйтесь, что даже незнакомые стены будут помогать вам. Да, ребята, постепенно учимся применять свои новые качества, свою силу Творца своей реальности. И вся неделя будет также менять все наши представления о реальности. Главное – держать руку на пульсе. Все будет происходить очень быстро. И только опора на свой дух, на свои внутренние силы, поможет подхватить нужные тенденции и выйти на свой истинный путь, путь к счастью. События, как в мировом плане, так и в индивидуальном, будут сменяться, как узоры в калейдоскопе. Знаки недели – колесо фортуны, и сила указывают на это. Пришло время нового цикла перехода на более высокие вибрации. Мы это почувствуем в изменениях магнитосферы Земли, на что указывает все поднимающиеся показатели резонанса шкалы Шумана, где отметка зашкаливает за 60 Гц. Многие будут ощущать головные боли, головокружение, состояние как при гриппе, но при этом увеличение внутренней энергии. Нет усталости и хочется горы свернуть, хочется куда-то рвать, не сидеть на месте. Нам становится скучно заниматься привычными делами, очень хочется новизны, и новые идеи так и начинают разрывать наш мозг. Что происходит? Космические энергии сейчас направлены на расширение нашего сознания. Шишковидная железа начинает раскрываться в новых широтах видения, распаковывается наша вселенская память. Мы начинаем видеть, что жили до сих пор в иллюзорном мире, находясь в чьей-то игре.
Все манипуляции с сознанием, прессой, СМИ, центральным телевидением, которые так и уводят от реальных событий, заставят задуматься в их правдивости многих. Ложь станет такой очевидной, что определит разрыв старого общества, которое стоит в очереди, и общество новых прогрессивных людей, которые видят правду. Проявятся новые лидеры, которые привнесут смелые идеи в изменение мировой политики, в них будут тенденции выхода из мирового кризиса и окончания войны. Знак «Сила» как никогда поможет найти внутреннюю силу духа тем, кто захочет меняться, менять свою жизнь на лучшую версию. Вдохновение и энергия поможет в новых начинаниях. И для многих эти изменения пойдут в лучшую сторону, что обещает выгодные перемены и длительный прогресс внутреннего роста, которые принесут новые возможности, и это сделает нашу жизнь лучше. Принятие новизны с открытым сердцем сможет положить конец прошлым трудностям и вступить в период везения и успеха. Фортуна дает всем шансы. Возможно, в эту неделю потребуется принять важное решение, которое повлияет на ход событий в будущем. Вот-вот начнется новая глава вашей жизни. При всем, колесо фортуны имеет буквальное значение. У кого-то появится новое средство передвижения, кто-то сменит место жительства, покупка недвижимости и переезд, расставание со старыми отношениями и встреча с новыми, смена партнера – все в движении, и колесо не удержать на месте. И приятных всем перемен! С любовью, ваша Екатерина.